Согласно закону, налог на землю, имущество и транспорт имеет единый срок уплаты – 1 декабря. После этой даты начинают начисляться пени, а также могут последовать и более серьезные последствия. Налоговые советуют не затягивать с уплатой, при необходимости обратиться в центр «Мои документы», инспекцию или воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика. Поинтересуйтесь, было ли налоговое уведомление, да? По какой причине оно или не дошло, или не сформировано у вас, может быть, льготы. Кроме того, Лариса Горбачева обращает внимание, что если человеку более удобна электронная форма взаимодействия с инспекцией, то подключиться к личному кабинету теперь можно в любой налоговой. Например, если он работает в Москве, в каком-то другом городе, и ему ближе подойти туда, в инспекцию, пожалуйста. Он имеет право обратиться, и налоговый орган не имеет права им отказать и подключит к личному кабинету там. Вот, поэтому это очень удобно, и мы знаем, что сейчас начнут создаваться с нового года уже 3 НДФЛ-декларации, изъявлять вычеты. Также вы смотрите весь статус. Особо обращает внимание и на то, что если налоги не были уплачены в этом году, то в начале 2018-го в службе начнут формировать требования. А дальнейшая процедура – это взыскание через заявление, которое направляется в мировой суд. В дальнейшем при вынесении судебного приказа этот документ идет в службу судебных приставов. Соответственно, служба накладывает уже на арест на имущество, накладывает арест на счета налогоплательщика, то есть это сбербанковские карточки, то есть взыскание идет принудительно, в бесспорном порядке. Чтобы оказать помощь налогоплательщику, служба проведет акцию «В Новый год без налоговых долгов». Уже ставшее традиционным мероприятие пройдет на базе выездных мобильных офисов. На этот раз работу в них будут осуществлять сразу 3 отдела. Отдел работы с плательщиками, отдел урегулирования задолженности и отдел, который начисляет налоги. Он посмотрит, расскажет, объяснит причину, может быть, дозаявить льготу, может быть, что-то с объектом налогообложения, какие-то там есть разночтения или в стоимости, или в датах отчуждения. Поэтому мы обязательно проконсультируем по всем этим вопросам и выдадим актуальную информацию, или, значит, тогда будем уточнять эти данные, и налогоплательщику будет перенесен срок уплаты налогов. Мобильный офис налоговой инспекции будет работать 23 декабря с 10 до 15:00 в торговом центре «Мегико» по адресу город Орехово-Зуево, улица Вокзальная, дом 4.